Андрій Шинкаренко – краєзнавець, колекціонер-моделіст, співорганізатор проєкту «Dream City – світ в мініатюрі» Миколаїв Залізничний, автор і керівник інтернет-проєкту про історію міста «Миколаївський базар». Ну і ще, як полюбляє себе називати, Ніколай Віт. Доброго ранку вам! Доброго утра! Сьогодні ми будемо говорити, дізнаватися більше про родзинки саме Миколаєва, куди можна завітати, що можна подивитися, так, щоб трошки надихнутися і поринути в історію самого міста. Можливо, по якій вулиці бажано пройтися, для того, щоб так само поринути в історію? Вопрос очень серьезный, интересный. Николаеву, с одной стороны, повезло, с другой стороны, не повезло. Его создавали, как можно сказать, южную столицу Царской империи, но не достроили. Такой самый, наверное, пафосный из старины объект я бы назвал нашу обсерваторию. И, кстати, вот телевидение как раз находится в этом, как я называю, Бермудском треугольнике, потому что здесь была построена обсерватория, башня оптического телеграфа, вот первая башня в Николаеве, вторая башня – это башня Шухова, и третья башня – это телебашня. Тобто вот. Приїжджаєш в цей район і одразу можна декілька локацій відвідати. Це просто музей під відкритим небом, тому що астрономічна обсерваторія – це перша морська астрономічна обсерваторія взагалі в царській Росії, можна сказати, перша взагалі, ну, іменно здання построєне як обсерваторія на просторах бывшого Совєтського Союзу. Оптичний телеграф адмірала Грейга, здання теж зберігалося рядом з обсерваторією, це перша башня Николаєва, і воно теж зберігалося. Шуховська башня теж. Первая водонапорная башня, которая построена по проекту Шухова, использовалась в водопроводе, она тоже стоит на этом же вот треугольнике. И телебашня, откуда ведется вещание, тоже стоит на этом же треугольнике и тоже создавалась руками николаевцев. Причем такие же телебашни изготавливались в Николаеве на заводе металлоконструкций, рассылались по всем городам бывшего Советского Союза, ну не по всем, но по очень многим, в том числе и во Львов. И даже, скажу честно, нашел информацию, что и в Египет поставлялись радиомачты отсюда. Поэтому, ну, это такие промышленные объекты. Ну, и опять-таки, астрономическая обсерватория. Это 1827 год, просто вот, ну, 21 по 27 строилось. Якщо взяти, можливо, яхт-клуб, тому що тут вже більше таке, також можна і старовину, так? Тому що все ж таки там і турецький фонтан. Так, ну яхт-клуб – це вже начало 20-го віка, а от якраз город начала 20-го віка, к сожалению, дуже сильно пострадав від, ну, війн, революції, ну, особливо від Второї мірової війни. І я би сказав, що, ну, от якраз яхт-клуб, допустим… Це ще збереглося. Да, і от вулиця, допустим, Большая Морская і Фалеївська, вот как я бы назвал, заповедник Старого Николаева, где расположены здания старых банков. Вот это дворец пионеров, который все знают, но ведь это же было здание банка. И по диагонали здание тоже банка для международной торговли. Рядом музей Верещагина, все знают, это было страховое общество. То есть, художняя школа там помнишь? Рядом, это купеческие дома. Ну, прекраснейшие здания, здания, на которые стоит взглянуть. Но Николаев промышленный город, и уникальное место от того, что он промышленный, вот с какой стороны не видишь, в Николаеве, ну, знаете, как в архитектуре есть такое понятие, как силуэт города, вот, да, как Эйфелева башня, она дает силуэт Парижу, и все узнают по Эйфелевой башне сразу силуэт. У нас есть наша трансформаторная подстанция трамвайная, да, которая дает силуэт, это перекресток Соборного и проспекта Центрального, но у нас также есть и краны 900-тонные на заводе ЧСЗ, которые дают силуэт города, потому что откуда не видишь, ты видишь сразу первое, это краны со всех сторон. И николаевцы просто на это смотрят, говорят, ну краны, ну на заводе. А то, что это самый крупный в Европе стапель, то, что это самые мощные в Европе краны, то, что там строился весь авианосный флот Советского Союза, в том числе и первый атомный авианосец, и, можно сказать, первый китайский авианосец был построен под этими кранами. Это шикарная локация, если приехать туда на каботажный мол, ну, можно просто стоять рядом и смотреть на эту мощь, на эту величину. До нижней балки там 80 метров высота, то есть кран почти 100 метров высотой. Это огромнейшее сооружение, которое поднимает 1900 тонн. Вместе 1600 тонн они, когда работают в парке. Но есть кабадашка, на которой можно выйти и оказаться, ну, в центре реки.
Потому что как бы дажный мол — это искусственное сооружение, это насыпанное сооружение, его не было. Но когда вы выходите на этот мол, вы практически видите всю историю Николаева в чем-то. Вы видите судостроение, где строился авианосный флот. Вы видите, где сейчас Небулон строит свои корабли, а раньше там был судоремонтный завод. Вы видите порт, вы видите элеватор, где сражался десант Ольшанского, который получил единственный в Советском Союзе весь десант, звание Героя Советского Союза. Вы видите искусственно насыпанный остров Батарею, который в Крымскую войну насыпался. Вы видите эту акваторию порта и рейд Николаевского порта. Сама река — это, ну, уникальнейшее явление. Мы просто, ну, в Николаеве есть река. Ну, кто-то говорит, там, Южный Буг, кто-то там Ингу назовет, да, ну все. Но ведь река в Николаеве — это как центральная магистраль. В Николаеве огромнейшая длина береговой линии. Вряд ли в каком-то городе еще можно что-то подобное найти. Остров, полуостров, со всех сторон омывается, разные части городов примыкают. Ну, река — это огромная транспортная артерия. Если там в том же Питере, да, Николаев пытались сделать изначально копией Питера, поэтому и такие широченные улицы, и все было развернуто к реке. У нас надо разворачивать город к реке. Это вот магистраль, по которой идут корабли, по которой сейчас, вот, слава богу, начали катать, и горожане увидели город с реки хотя бы, да, и начали вот это замечать, насколько это все красиво. Я думаю, що Миколаїв можна впізнати ще по таким спорудам, як Соборна Садові, так? І там же ж завод 61-го комунара, який також зовні... Вот, вот здесь теж интересный момент. Все знают это здание, николаевцы, но это 50-е годы. Это сталинский ампир, так называемый. Но опять-таки, мы называем это адмиралтейством. На самом деле адмиралтейством судостроительный завод назывался до революции и какую-то часть там, нет, он до революции, а потом он стал РУСУД в 1912 году и уже РУСУДом был там до 30-х. До этого он был адмиралтейством, но так как вот была всегда связь Питер-Николаев, наши ездили туда в командировки, смотрели и пытались повторить здание Ленинградского адмиралтейства, да, оно по архитектуре очень напоминает, но мы пошли дальше. Если в адмиралтействе стоит кораблик просто плоский в Питере, то у нас сделали в те времена 3D кораблик, и он огромный. На самом деле там кораблик, он не маленький, он там почти 3 метра в длину. Это огромнейшее сооружение, которое стоит на шпиле, и, ну, в Украине точно такого нет ни у кого. Ну, в Николаеве есть здание, конечно, сейчас ушатанное так хорошо, но все равно это такой символ города, который виден со всех сторон, который виден и с реки, который виден и с центрального вот этого перекрестка Садовой, проспект Центральный. Оно отовсюду видно. Сейчас стали более высотные здания, они его закрывают, но раньше это была доминанта. Опять-таки, наше здание горсовета. Ну, просто, да, палац. Все говорят, там, да, дворец, там, похож на Букингенский дворец. Ну, бог с ним, но здание очень красивое, реально. И нам просто повезло, что хотя бы его успели построить. Потому что, реально, это просто часть нереализованного проекта. И это должно было быть одно из самых небольших зданий, которые должны были быть построены в 50-е годы на Соборной площади. И в сквере десантников, и там, где сейчас Укртелеком, там должны были стоять куда более грандиозные здания со шпилями, там. Но успели построить только первое, и сейчас это вот горсовет. Я думаю, что мы задали эту будівлю, то плавно можно перейти и до Російського драматичного театру. Також будівля має історичне значення. Значение имеет. Это единственное здание, которое сохранилось еще с тех времен, когда действительно была площадь архитектора Старова, вот с тех времен, да, где дышит старина. Но зданию немножко не повезло, к нему прилепили вот нелепые колонны после того, как, ну, после войны восстанавливали театр и приделали колонны. Опять-таки пытались повторить, наверное, большой театр. Ну, реплика всегда хуже, чем оригинал. Сейчас оно все рассыпается, и было бы, ну, круто, если бы эти колонны убрали, восстановили здание так, как оно было, с фигурами, там, с лепкой, ну, как его задумывал изначально архитектор. Ну, поживем, увидим. А чи можна сказати, що одне із місць, яке може полоскотати нерви, це у нас Тимвод? Ой, здесь спорний вопрос по Тимводу.
все вот считают, что... Останнім часом багато кого тяне просто до такого. Ну, здесь место покрытое тайнами, поднята такая мистика, что там был концлагерь. Ну, место действительно очень интересное. И не столько даже концлагерем. Почему-то вот просто вот этот штамп на него поставили. Mm-hmm. Но изначально ведь вся та территория, она тоже была заводская. И там тоже строили корабли, в том числе броненосец Потемкин был построен как раз на той стороне. Там стояли эллинги. Вот. Потом их снесли, и вот в процессе эволюции там все менялось. И после Октябрьской революции 17-го года, в 20-е годы, там был построен шикарнейший жилой поселок из двухэтажных жилых домов. Это была, в общем-то, первая такая грандиознейшая стройка, ну, советского периода в Николаеве, когда строился целый микрорайон. Причем он строился не то, что там что-то сносили, а его строили просто вот вместо старых складов заводских. И это было, ну, в архитектуре просто какой-то ноу-хау по тем временам. Потом, да, во время войны там располагался концлагерь. Ну, после концлагеря там располагался другой лагерь, где содержали тех же немцев, которые потом восстанавливали наш город после уже Второй мировой войны. А потом туда поселили, опять-таки после того, как лагерь оттуда убрали, туда поселили заводчан, опять вернули их туда, и заводчане там жили до уже 80-х годов, пока 61-й завод не решил, что все основные мощности свои будет переносить на ту сторону, и начали расселять этот микрорайон для того, чтобы там строить цеха. Но потом закончился Советский Союз, и цеха так и не построили, а микрорайон расселили. Теперь стоит огромнейшая пустая территория, которая, ну, я не знаю, если начнут ее застраивать, это будет, наверное, один из лучших микрорайонов города Николаева. Я думаю, що не можна просто цю тему завершити, якщо, наприклад, не згадати наші мости. Якщо подивитися взагалі оцей вид, оцей краєвид, так? Ну, наши мосты – это вообще отдельная тема для разговора, потому что вообще в мире не так много разводных мостов. И в Николаеве, ну, мостов там больше, и 61-й завод есть те мосты, которые мы не видим. В свете их разводят, а наши мосты еще сами разводятся. Ну, тут вопрос больше в неправильной эксплуатации, но это отдельная тема техническая, да. Но эти два моста, они уникальны. Варваровский мост – уникальная разводная часть, которая разворачивается, и на момент окончания строительства это был самый длинный автомобильный мост в Советском Союзе. И там применялись уникальные технологии строительства моста, которые больше, ну, до этого не применялись. И главный строитель этого моста, Карели Лев Георгиевич, он получил за эти новшества Ленинскую премию еще во время строительства. А Ингульский мост – это тоже уникальнейшее сооружение. Имеет, ну, до там, конца 90-х годов это была самая большая подъемная разводная часть в Европе. То есть ничего крупнее не было. Для нас это просто Ингульский мост. Ну, развелся он там сам. Ну, вот кто-то где-то что-то не досмотрел. Ребята, это настолько грандиозное техническое сооружение, что надо, ну, все восхищаются Илоном Маском. Но для тех времен это было просто ноу-хау. Да, в Питере были там двухпролетные мосты. Но здесь сделали такую огромную разводную часть. Из-за того, что узкая река. Из-за того, что через эту узкую реку надо выводить огромные корабли с завода. Были приняты просто беспрецедентные инженерные решения. Ну, столько лет, вот сейчас мосту 39 лет Ингульскому. Ну, просто ж, ну, наплевательское отношение к мосту, к сожалению. А ведь это прибор, который работает как часы. Почему мы так относимся, я не знаю. Но вот даже из того, что мы сейчас сказали, сколько всего можно посмотреть Николаев. Это не то, что изюминки, это шедевры уникальные, ради которых можно просто приезжать в этот город, чтобы посмотреть. Є багато миколаївців, які просто в своїх районах засіли, так? От хоча б один раз вибратися, скласти собі таку екскурсійну програму і поподорожувати Миколаєвом тим самим. Конечно, причем Николаев, он постоянно меняется, он очень динамичный город. Хоть мы и говорим, что у нас ничего не меняется, у нас все плохо. Ну, я не знаю, почему так. Посмотрите в историческом плане, у нас очень много перестроенных зданий, очень много промышленных объектов. Это все менялось, менялось, менялось вот буквально за там, последние десятилетия. И продолжает меняться. Я думаю, что мы в ближайшие годы увидим очень серьезные красивые объекты, которые будут украшать город, ну, станут изюминкой. Например, возле Варваровского моста строится турбаза «Южный Буг». Ну да, сейчас там заморожено строительство, но когда это будет достроено,
это будет просто шедевр, потому что ничего такого равного нет. Это когда гостиница, торгово-развлекательный центр и еще и их клуб рядом. Тут же там мол планируется. Ще, щоб нашу цю вишку для фрістайлу зробили там. Взагалі, я думаю. Ну, опять-таки, ми вирощуємо от таких от олімпійських чемпіонів і так от відносимося к тому, що у нас вже є. Опять-таки, це шедевр, це була вишка унікальна, навіть в Совєтському Союзі приїжджали з усього Совєтського Союзу туди тренуватися. Было какое-то уникальное, насколько я знаю, там японское покрытие на ней. Ну вот пришло в негодность, вовремя не починили, вот стоит сооружение печально. Ну будем надеяться, что все будет хорошо. Все равно изменится и ну куда нам деваться. Город прекрасный, уникальный, равных ему нет. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую за приємну бесіду. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні нам про архітектуру, про родзинки, взагалі Миколаєва розповідав краєзнавець Андрій Шинкаренко.